О. Получилось, слушай, удивительно. А я маска поближе хотите покажу. Так, чтобы вы понимали, у меня даже икона есть от Марка. Настолько я много зарабатываю, что вот, если бы не Марк. Видите, какой классный малыш, малыш Марк. Ладно, погнали работать. Марк, все, Марк, пора в коробку обратно. Все, попрощайтесь с Марком, он... Я его в коробку отправлю обратно. Так, чтоб лежал, слышишь, там аккуратно лежи, чтобы мама потом не ругалась, что я опять тут баловался с тобой. Хорошо? Сейчас я его отправлю обратно. Все, с Марком разобрались, поехали работать. Давай покатаем, посмотрим на реакцию людей. Я уже ездил с ним, это пиздец, все смотрели. Погнали. Аж телефон не перегорелся, кстати. Сейчас пока вот так сделаю. Фух. Так, все взял. А почему название про гуакамоле написано? Я же поменял название стрима. Или не поменял? Да ё-моё. Походу не поменял. Походу не поменял. Сейчас я воды наберу. Теперь можно и поработать. Название главное поменять стрима. Мне кажется, iPhone перегреется сейчас 100%. Фу, жара какая, слушай. Ты? Так, все, погнали. Пора работать. Ой. Время – деньги. Правильно? Так, что там у нас? Фу. Он тут написал уёбок. Автомат не пропускает. Сам такой. Хуй ты автомат переплюнешь. Так, ладно, погнали.
Маркет на социалке, да? Куда ехать? О, нормально, поехали. Одну шаурму заказали, как раз шикарно. Все, погнали, работаем, братья. Опа. Покушали, зарядку поставили на зарядку. Можно и выдвигаться, в принципе, теперь. Ух, как тут жарко. Так, все, убегаем. Надо обновить страничку, что сколько денег заработали. Сейчас я. Это чахотка напала на меня. Я жив целый орел. Так, все, аккумулятор вставляем. Вставили. Сейчас я его подключу по-бырому. И даем зазум. Проверяем. Свет. Все работает. Поехали. Даем зазум. Да, чтоб они мне как марку гуакамоле какашки под дверь ложили. Плохая идея. Определенно плохая идея, я думаю. Я, к сожалению, боюсь этого. Там, не дай бог, как стрельнет онлайн, и все ростовские школьники начнут приходить мне срать под дверь. Думаешь, оно мне надо 100 лет? Знаешь, как страшно. Дурака уже много, понимаешь? Слишком много. Поэтому очень рисковать. Тем более, я фанат Марка Гуакамоле, а у него фанаты Марка Гуакамоле придут ко мне по-любому, рано или поздно, и начнут меня хейтить. Это 100%. Инфосотка, прям реальная сотка, информационная. Фух. Ой, как жарко, пиздец какой-то просто. Не знаю, как я летом буду, в июле работать, конечно, вообще хз. Жаль, мне вкусная точка не ответила, я получу вкусные точки бы этим занимался. Было бы намного круче. Все, погнали. Да? А я много воды с собой взял, целую бутылку. Как думаешь, хватит мне? А то мне скоро, вот меня, наверное, скоро 30 весить буду с такими темпами. С такими работами, с такой работой скоро 30 килограмм буду весить. Марк, дай килограммы свои, пожалуйста. Работаем, братья. Ой, как хорошо на улице. Поехал сразу, так хорошо. А то же вообще. Где кнопка? Сейчас я обновлю стату про заказы. Заедем до листик. Так, ну что, хороший перерыв, Марка даже посмотрели. Я считаю, это был отличный перерыв. Везде заработаю все. Вот устраивайтесь Яндекс.Еду и будете успевать и интервью Марка посмотреть, и 1 000 000 рублей заработать. Так, а что по деньгам? 2999. Меня, кстати, опять девятки и шестерки преследуют. Пора потапать немножко, пока заказ готовится.
Учился, да? А, сюда еще и ходил. Ну да, тут рядом РГСУшка. Сейчас это уже называется ДГТУшка. Это уже реально ДГТУшка. О, ты с Ростова тоже? Если ты Ростов, братик, у нас рыбка 18 тысяч. 9 тысяч тебе подарю, если к нам устроишься, имею в виду, родной. Ну, мало ли, вдруг надумаешь. Или кого-то в Ростове устроить. 612 тысяч, кстати, неплохо. 612 тысяч. Так, а что у нас еще? Блюм надо еще поиграть. Блин, где бы Блюм посидеть? Давайте пока Блюм посидим, поиграем. А, тоже в Москве. Давайте в Блюм. У меня там 15 игр в Блюме. Надо Блюм нафармить. Так, погнали. Фармить Блюм. Готовы? Просто у меня 13 игр. Это я хватку потерял после обеда, прям плохо тапаю очень. А, ящериц, ну да. Ну, нету смысла, потому что не факт, что кто-то стрельнет. Вот ноткоин не думали, что стрельнет, а в итоге у меня 26 тысяч на счету, понимаешь? 26 тысяч рублей. Это а-ля кукеры всякие, да, вот эта вся муть. От слова кок. Поэтому тут непонятно, либо он выстрелит, либо нет. Понимаешь? Кому как повезет. Некоторые скам, скорее всего, некоторые нет. Никогда не угадать. А кто выстрелит, понимаешь? Я все подряд тапаю. Есть заказ, да? А? Заказ, есть. А мне сюда заказ упал. А? Да я жду, когда приготовится, понял? Давай, хорошо дня. Блин, пропустил. Заморозку пропустил, представляешь? Я тапаю Блюм. Еще 10 игр, обалдеть. Их тапать по-любому надо, это Блюм. Я инвайт не могу дать, мне надо на почту им писать, что я стример, типа, чтобы они мне дали инвайты, много инвайтов. Так что в эту игру я никому не дам инвайт, сори. В нее почему-то сложно попасть, это какая-то биржа а-ля Блюм этот. Как в него попасть. Это мне надо на почту написать, сказать, что я стример, дайте мне инвайтов, я буду приглашать зрителей, бла-бла-бла. Но, к сожалению, мне лень это делать, поэтому в пизду. Сколько нафармлю, столько нафармлю. Вон, тип скидывает инвайты, забирайте. Мне не жалко. Мне впадло просто регаться, просить инвайты, поэтому он, кто там написал, берите у него инвайт, мне не жалко. Пишите ему в личку. Устроился, да? Не забывайте мне писать в ЛС, если вы регаетесь по моей ревке. Все, кто регается по ссылке, потому что я вам денег потом дал, пожалуйста. Не забывайте по-братски мне в ТГ писать, чтобы я знал, кому потом бабки переводить. А то хз, устраиваетесь, а потом мои деньги лежат, и я хз, кому эти деньги отдавать. Это обидно, писаешь? Рефы приходят, не пишут, а деньги лежат потом за них. И что мне делать с этими деньгами? Что, на Мальдивы ехать из-за вас? Или в Сочи отдыхать ехать? Согласитесь, это неправильно. Вот поэтому пишите, ради бога, мне в ЛС потом, умоляю. Что вы такой-то, такой-то устроились. В Сочи, в Казик, точно. Пипец, я уже устал. У меня уже 12300. Штраф увеличили, реально? Нехило. Так, а штрафы? Какие штрафы? Если они это... У меня сумка стоит, не пофигу. Сейчас я знаю, может, готово там что-то. Может, я зря сижу? Ой, я зря играл, сидел. Здравствуйте.
А подскажите, на 455 рублей, да? Да, готово. Ой, а я сижу, играю, кстати, думал еще готовиться. Спасибо, хорошего дня. Я сижу, играю. Да статус просто не прожали, все готово. Ну, я и расслабился, думаю, ладно, блюм потыкаю. ЛС у меня не закрыт, у меня в ТГ в описании есть моя личная ЛС. А, вы про ЛС типа? Ну, в ТГ ко мне залетайте, пусть он в ТГ напишет в группу. Да тапаю. Так, 16-я линия, да? А, я понял, куда ехать, поехали. Даем ЗАЗу, пацаны. Сели на вел, дали ЗАЗу, как говорится. Это чтоб вы понимали, я еще вам куклу, не показывал куклу Эвелона. Там вообще разъеб огромная кукла, 90 сантиметров из полимерной глины. Та еще круче. Это я вам еще не показывал эту куклу. У меня когда-то еще кукла Хесуса даже была. Чтобы вы понимали. Я еще и Мазелова когда-то делал. Кто-то Мазелова куклу на паровозе выиграл. Сейчас Мазелов уже легенда. Популярная. Эта кукла, наверное, 1100 стоит. Кому я бы ее отправил бесплатно. Помню, кто-то звонит зачем-то. Спам. Ну, конечно, спам, а кто же все. Так у меня вода, я с дома взял воду. Работаем. На груди, брат. На голове было бы неудобно. Тяжело, а что тяжелого? Катаешься, стримишь. Это даже работой тяжело назвать. Это скорее просто хобби стримовское, понял? Это даже не работа. Это даже работой сложно назвать. Тут надо подлагать может. Тут может это, словить нас глушилкой, имейте в виду. Если что, обновляйте страничку. Ку-ку-ку-ку. Коллега проехал. Мой зритель, кстати, проехал. О, подлагивает, я сказал. Сейчас стрим упадет. Kite cut my life into pieces. It is my last resort. Suffocation, I'm believing. Да, про кота. Про кота постоянно говорят комплименты. И девочки, и дети, и мальчики, и мужчины, и деды старые, и бабушки, и деды. Все говорят. Все говорят. Только про кота и говорят. Я вообще никто, и звать меня никак. На меня не обращают внимания. Работаю по 12 плюс-минус. Ну, я за май завтра вывожу отчет. Там где-то 150 тысяч вышло за май. Подписывайтесь на мой ТГ. Это будет рекорд, мой личный рекорд за 5 лет. 150 кусков. Заодно похвастаюсь, покажу. Так что подписывайтесь в ТГ-шечку. Завтра выложу в отчетик. Обед? Да, входит. Все входит. Привет. Мы только на обеде были. Спасибо, брат. Тебе тоже хорошего дня. Да, я тоже покушал недавно. Поздравляю, брат, поздравляю. Надо подписаться. Я с айфона 12 мини стримлю, да. Мы только с Марком отдыхали сейчас. Домой заезжали. Танцевали, смотрели интервью про Марка. Только выходной был. Ой, выходной. Перерыв, извиняюсь, не то сказал. Старый бог. Гань-гань-гань-гань-гань, болтуха. Гань-гань-гань-гань-гань. Гань-гань-гань-гань-гань-гань-гань-гань-гань.
Чат я не читаю. У меня озвучка. Все, долбоёб. Мамке своей. Ладно, ладно, осуждаю. Шутки, шутки. Ему места мало, видите ли. Ладно, про маму это было лишнее, согласен. Не, брат, у меня озвучка чата. Мне бы повернуть сюда. А я не перестроюсь сейчас. Нет? Давай перестроимся по-другому. Дороги. Ой-ой-ой. Ну и дороги. Ралли Дакар. Париж Дакар, ралли Дакар. Ой-ой-ой. Конечно, сбивали. Вот только сегодня сбивали. Ой, кататься в кайф. Кататься в кайф. И в ДТП попадаю постоянно. Орет. А, гуляешь и мимо. Прикол, ты реально гуляешь, спокойно ходишь, никого не трогаешь. И мимо орет. Орущий курьер пролетает, что-то там пиздит на своем ладу. Как по классике. Классика жанра. Орущий курьер. Это вот про меня. Ой, как я зарядился. Как хорошо. Мы посмотрели интервьюшку немножко, потанцевали дома. Сразу хочется еще поработать часов 6. Ой. Приехали, кстати. Ой, как быстро. Мы самые быстрые курьеры в этом свете, на этом свете. Сейчас стриму пойдет по классике. Выберите дом. А как дом выбрать? А, вижу. Два. Алло. Что не работает? Алло. Фу, господи. Не алло. А точно? Алло. Не алло. Ладно, сейчас я заказ приму. У меня заказ уже пришел. Гэперлента. Принимать ленту? Да, примем, чё б нет. О, спасибо. Ой. Алло. Да не алло что-то. Вроде что-то говоришь. А не алло. Я такой, ну ладно. Не алло, так не алло. Шо, нам какой подъезд надо? Первый? Нет, тут не подъезд, тут дом сразу. А, тут один дом, один подъезд, я понял. А куда парковаться? Ну вот я тоже думаю, куда бы встать, чтобы никому не мешать. Как будто бы здесь могут люди пройти, а в теории нет. Ну давайте так встанем, да и все. Вот так. Опа. Так, надо водички попить потом. А давай сразу попьем, потом пойдем за этим заказ. Пить хочется, это невозможно прям, слушай. Господи, какой кайф. Обожаю воду. Говор, значит, ты не шаришь, молчи тогда. Здравствуйте. Вы главная? Докладываю. 31-я квартира. А что я спрашивала, вы мне не... А я объясню, не слышно там было. Дико извиняюсь. Правда, не было слышно. Все, благодарю. О, тут посидеть даже можно, да? Как хорошо, присядем, пока посидим. Ой, хорошо. Конечно, я отдых себя. В самокате фиксу 250 сейчас платят, там денег не заработаешь. Не вздумайте даже самокат. Только в Яндекс. Ну, просто он не шарит ни хера и пишет вся эта глупость. Если он не шарит, зато всякую ерунду начинает писать. Надо писать. Сначала подумай, изучи информацию в интернетах, а потом пиши. Окей? Молодец. Старый бок. Такие мышцы мощные.
Кого большой такой? До свидания. Все, погнали. Кого я большой такой? В брата, в Марка. Он чуть больше меня видит. Лента, ехать куда? О, в центр заказали. Вообще имба. А сколько заплатили за этот заказ? 3194. О, неплохо, неплохо. 3194. Не, брат, не так это. Сколько я сказал? Фу, ты меня своим сообщением сбил. 3194. Ну так же проходить. Подожди, напиши, сколько ты не был на доставке. Больше 2 месяцев. Тогда по моей ревке регайся. Либо напиши мне в ЛС, мы разберемся. Напиши. Слушай, ну давай так. Напиши сейчас, а если что... А, 60 дней прошло? Ой. Если не торопишься, и чтобы точно все четко сработало, чекни мне, черкани мне в Ване Меладзе 192 в ТГ, я вечером разберусь. Решим вопросик, обкумекаем, хорошо? Чтобы точно все сработало. Потому что если ты был... Ты увольнялся? Или напиши конкретно. Если ты увольнялся... Ой, благодарю вас. Хорошего дня. Спасибо. А, не увольнялся, тем более напиши мне, пожалуйста, в ТГ, обязательно, желательно сейчас или вечером, но не забудь. Мы решим, обкумекаем вопрос, обхаркаем, обчихаем вопросик. А, долго не выходил. Давай так сделаем, напиши обязательно, мы решим вопросик, хорошо? Чтобы мы денежку получили. Короче, вечером спишемся, хорошо? Это важно. Там ничего не делай, а то можно не получить нечаянно ревку. Обязательно мне напиши в ЛС. Будем думать. Вообще все решим, любой вопрос решим. Касаемо денег мы все решим. Как говорится, деньги это не самое главное, но это самое важное. Так что все пиши мне в ЛС, будем решать вечером. Обхаркаем, да. О, мультизаказ пришел. По новой топать? А. Нет, если хочешь ревку получить, ревку, то мне пиши. Мы сделаем ревку. А если ты просто хочешь выйти, давно не выходил, тогда выходи. А если ревка нужна, то пиши мне. Или это уже другой человек пишет. Я просто нити не вижу ни хера. Привет. Да шикарно катается. Шикарно катается. Сумку? Если сумку не возвращал, то тогда... Ой, бля, тогда хуёво. Бррр, блядь. Ну чё ж ты сумку-то не возвращал? Бля, вот это уже обидно. Вот это прям стало обидно, потому что мы, походу, ничего не получим. Ну ты мне... Ай, мне... Да не, штраф-то не дали за сумку, или дали? Так это я тебе не буду звонить, вспоминать, ты им не нужен. Ты должен сам это делать, если увольняешься. Блин, тогда хуёво, тогда ничего не получим. Если бы ты сдал сумку, тогда бы мы сделали ревку. А ты сумку не сдавал, значит... Ну да, хуёво тогда. Но ты мне напиши, мы все равно подумаем, хорошо? Мы подумаем. А, ну ладно. Тогда пиши, будем думать вечером, все сделаем. Ты если что, пиши, а то ты уже это, а то ты меня прям это, возбудил, ой, взбодрил меня прям. И я теперь об этом думаю, так что пиши мне вечером, хорошо? А, это уже другой человек. Ну, если большая ревка, то можно, да.
будет штраф 2000-2003. Если потом заново регаться. Либо сдать сумку в офис, по новой зарегаться, и штрафа не будет. А если по ревке, я хз, как мы это сделаем. Надо думать. Пиши мне, вечером будем думать. О, 17 тысяч это имба, да. Я не смотрю чат. У меня озвучка, братик. Какой интернет ростовский. Да какой же интернет ростовский у нас. Сколько раз стрим. Здорово. О, закончил мои поздравления. Конечно, помню, брат. Как я мог тебя забыть, братик мой. Как сдал, рассказывай. Хорошо все сдал. Как там с ЕГЭ, ОГЭ, вот это вся муть. Что, получилось что-то, не? Рассказывай, брат. Как получилось сдать? Да все рассказывайте, в принципе, если у кого есть желание, можете рассказать, как вы там отучились. Если у меня есть ребята молодые, пишите, не стесняйтесь. Послушаем вашу историю учебную, что поделаешь. А подвески задней вообще нету там. А, сесть впереди. О, да, скейт какой. Здорово. Блин. Вообще на самом деле... 40 заказов? Нормально. Напишите мне, есть смысл покупать скейт, и пока заказы ждем, можно скейт, научиться на скейте трюки делать. Кто будет смотреть рейлы по выходным, как я буду ходить кататься на рампе? Я хотел вам показать. Что ты сможешь получить, я все прослушал. Ваня, так я в итоге не выходил больше 3 месяца, но у Ванюца ничего такого нет. Напиши мне в ЛС, будем решать сегодня вечером с тобой вопрос. Напиши мне в ЛС, слышишь? Мы обкумекаем этот вопрос. Есть смысл купить скейт за 2000 рублей и кататься с ним, как думаете? Прикольный был бы контент? Что думаете, WW или LL? А где скейт-то? Где тут должен быть скейт? А, тут нет связи, я понял. Не тупи, там по ревке все оформится, не переживай. WW? Нормальный контент будет? Сука, а где скейты? Тут скейты должны быть. На скейте чел был, реально? Прикол. Ой. А у вас скейтов нет, да? Я помню, были. Нема уже. Ё-моё. Я помню, что были какие-то маленькие. Да не люблю скейты. О, зато обувь. А, вон, вот такие только есть, я понял, детские. А, это эти, это эти, не скейты, а... А, во, скейты. Ну, это плохие скейты, да? Ну да. О, вот на таком. Ну это дешевый самый. За 3000, за 2, за 3 купить. Не, я Сазона. Сазона думал купить. Ну нормальные. Что там для первого раза? Бля, какие прикольные. Давайте проверим его. Аля, прикольно на нем доставлять, если интересно. А ну, дайте протестируем, как он работает вообще. Нормально? Сейчас я вот так сделаю, вам покажу. Блин, мне кажется, было бы круто. Он нормально, если стоит 2-3 тысячи примерно.
О. Вау! И вот такой с собой на работу брать, если кататься. Что думаете? WW? Вау! Ой, падаю! Вау! Вау! WW? А еще трюки какие-то там есть, я знаю. Сейчас. Вот такой трюк есть. Смотрите. Вау! Блин, может купить, а? WW? Что думаете, WW? Ух ты, вау! Что, купим, может, а? WW? Что думаете? Привет, да я думаю, купить может, реально? Я классный какой! Да отстань, никому я привет не передам. Вау, слушай, давайте купим, а? А, нельзя? Блин, я прошу прощения, мне просто мама в детстве покупала. Ну, лет 15 был назад. Я подумал тоже опять взять такой. Блин, WW. Я все, я сейчас закажу прям Сазона. Я вам покажу, какой хочу Сазона заказать. А я Оле не умею. Хотя, может, умею. Все, заказываем, сейчас на Озон зайду. Сейчас я покажу вам, какой я буду покупать. WW? Вы хотели бы стримы посмотреть, как я... Сколько стоит, сейчас посмотрим. Наругали меня. Пошли отсюда, ладно. Не будем буянить. Одесский, я тебе только в избранное добавлял, где он? А, вот он. Вот этот, вот такой WW. Rydex, 1900 рублей. Вот такой, пацаны, WW. Что думаете? Есть хайп какой-то определенный? Такого я на Твиче еще не видел такого. Что думаете? О! Вау, пацаны, с покупочкой вас. Вау. Я уже месяц на нем катаюсь. А, и как, братишка? Мне нравится. Имба? Бывает, умеет. А без педалей полиции не стрелят? Не говоришь, что типа у тебя мопед? Я ни разу не остановил. Ни разу? Ну, слава богу. Блин, класс, слушай. Если по документам, то по идее велосипед. Хорошего дня тебе. Шикарный аппарат. Канал где-то есть? Да. А что ты уже успел долбануть? Ля, нехило, как у тебя вот тут. Ля, обалдеть. А мощно ты. Я так уже неделю катаюсь. И ничего не нормально? Ничего, ничего страшного? Да. Красота вообще, конечно. Ну, хорошего дня. Ваня Меладзе. Да. На ютубе можешь найти. Все, мужички, хорошего дня. Да. Класс, слушай, вообще. Вау. Блин, ну это круче, чем Минако Монстр. Не, ну это прям WW, я считаю. Хо-хо. Мне бы такой, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. А подскажите, 40-45 у меня заказик. А вам кто-нибудь говорил, что у вас прекрасная прическа и замечательный цвет волос? У меня был розовый цвет и желтый цвет волос, чтобы вы понимали. Я в свое время красился. Но никто комплименты не делал. Вот я это мщу за то, что мне раньше комплименты не делали, теперь делаю всем, у кого красивые волосы. Ой, теперь код надо говорить? Да. Вот этот, наверное? Да. Просто раньше не было. 69. Это, наверное, новая. 90. Как она сказать, скажите мне? Новая система. Надеюсь, там не пятишечка. Сейчас-то проверим. Не, нет. О, вода минеральная. Не, я новый не буду добавлять. Боржоми. Короче, я скейт покупаю, все. Я сейчас покатался чуть-чуть, я буду скейт брать, все, мне пофигу. Реально хочется на скейте покататься. Мне кажется, было бы прикольно такие стримы попроводить на скейте полчаса. Что думаете, ребят? Плюсаните в чат, если будете смотреть такое. Это все мое, да? Спасибо огромное, хорошего дня. А, нажать. А, да сейчас сделаем, сейчас. Сейчас. Да не вопрос. Так, забрал. Все. Хорошего дня. Я сейчас проведу опрос в ТГ. В
ТГ сейчас вопрос проведу. Где мой ТГ? Так, залетайте. Где? Сейчас я проведу. Как это делать? Вопрос. Покупать скейтборд для ИРЛ стримов? Да? Нет. Создал. Парни, я создал, залетайте. Я создал, залетайте. Залетайте. Я в ТГ создал, залетайте. Сейчас аптеку еще, таблеточки заберем и поедем. Хочу заказать в таблеточках. Интересно. Опа. Фух, W-W, как говорится. Добрый денечек. А подскажите, 75-50 заказ. Опа. Ой, благодарю вас, отличного дня. Так, я проголосую «да». Сейчас сам за себя проголосую. Я ж могу сам за себя голосовать в своем голосовании, правильно же? Win, типа win, а LL типа, типа плохо. А да, это типа win. Да и нет. Что-то слишком много голосов и за, и против. Сегодня до 9. В офис заново? Да, вообще, наверное, надо будет. Если порезать, то надо будет. А, да, да, вот это и значит. Луз и Win. Да, будет. Это я у Марка. Да ты Марка насмотрелся. В Марка превращаюсь. Скоро так и до 100 килограмм дойду, ё-моё. С такими превращениями. Вуэна. Заработал я много за май? Да не так много, 150 тысяч. Вот думаю себя побаловать, купить хотя бы скейт себе для стримов. Трюки получится поднять. Он тут, в принципе... Ну, получается, не куплю. Это мы вот здесь зацепим. За сегодня на экране написано. Я здесь сделаю крепление, два вот таких. И он будет вот так здесь вешаться. Мы пока заказик будем ждать. Оли поделывать будем, всякие трюки. Вы не подумайте, я не буду, типа, вместо работы, типа, ходить кататься на скейте. Я буду на работу его брать, что ж мне делать, ничего. Ну, да. Это чтобы просто летом научиться на скейте кататься параллельно с работой. Мне кажется, прикольная идея. О. Кто много? А, я как считаю? Ну, пока мало, конечно. Обалдеть, 41 голос. Это у меня столько активных зрителей. Блин, приятно. Дай, Господи, вам здоровья, что у меня есть. Так, все, погнали. Нас ждет время приключений. Газу, зазу. Работаем. О, тоже кто-то приехал, гляньте, на аппарате. Сколько киринов. Сколько кубов киринов. О, тоже с Ростова, братан, рад видеть. У нас в Ростове сейчас ревка 18 тысяч, а тебе в Ростове 9 тысяч подарю, если устроишься, имею в виду. Йо-йо? Это на руку который? На руку, вот это муть на руку, типа? Да не, это не так интересно. Йо-йо, что такое йо-йо? Это же такая штука на руку, так, да, делать? Не, или... Еще есть балансборд. Минус 6% самозанятого налога и будет чистый доход. Но я... За май выложу отчет завтра в ТГ. Завтра же конец мая. Или когда? Когда конец мая? Завтра? Сегодня вообще что за число? Вот я, слушай, вообще не помню даже даты. Да, завтра конец. А я не читаю чат. Кто тебе сказал, что я чат читаю? За май проработал? Я выложу дней 20 где-то. Я слушаю, да. Не, у него пойдет, он привязан. Он, я его держу. Просто привязан. Месяц рабочих часов я выложу в ТГ. Подписывайтесь на ТГ. И запрос пройдите, надо ли скейт покупать или не надо. Пишите в ТГ. Ой, в ТГ. Заходите. Послезавтра, ну слава богу, с наступающим. Часов 200-250 у меня в месяц.
Так у меня нет рекламы. Какая реклама? От Твича? Ну, это не моя реклама. У нас в России вообще рекламы нет. Так что залетайте в ТГФ. Мне? Да прям сейчас напиши, чтобы я не забыл. А я не вижу чат, что ты взял, что я его вижу вообще. Погода шикарная, работается шикарно, денежки летят рекой. Грех жаловаться. Зазу-зазу, братишка. W-W. Сижу в реках, и зарплата рекой льется. Мощный, спасибо. На 5 часов 5 килограмм продуктов. Электровел это конкретно имба, братан. Да. Сколько километров? Так, хз. Зайди мне в ТГ, посчитай, там написано. Это не просто неплохо, я дохера получаю. Я больше, чем обычные работяги получаю. Я как айтишник получаю. Мне грех жаловаться, понимаешь? Я как джуниор получаю. Практически. Практически, опять же. Бля, только не начинай ехать. Ты начал ехать. А зачем мне 12 вольт автомобиля? Нету доната, брат, сори. Я донаты выключу. Блять, вот как это проезжать? Давай, 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 поехали, поехали, поехали. Тормози, блять. Извиняюсь за токсичность, просто он затормозил меня, что-то тупанул. Наорал на водитель. Осуждаю. На хэдхантере? А что там на хэдхантере висит, брат? А что, дверь открыта? Меня ждут? Ой, хорошо. Не, я по карте не езжу, брат. А что мне понимать? Я город наизусть знаю. Конечно, по памяти. Они все одни и те же заказывают. У меня права есть обязательно. А как же? У меня вообще главное было, ну я, блядь, подумал, что он меня подрежет, пизду. Я поэтому его пропустил, реально. Зазанул, да. И слава богу. Не, брат, сори, донаты я не принимаю, сори. О, 130 нормально, кстати, да, нормально. Для этого велика нет, права не нужны. Ничего у меня, брат, не воровали. Нет, у меня ничего не воровали. У знакомых постоянно воруют. У курьеров каждую неделю велики воруют. О, кошаки! Соколова Пушкинская, братанчик, я недавно заказы забирал. Привет, родненький, привет. Рад видеть. Блин, кошак прям жестко. Мы кошаком его называем, кстати. Курьер испокон веков, вот сколько как появился кичак, мы его всегда кошаком называли. Офигенное место, на самом деле. Да господи, что оно хорошо так развилось прям шикарно. Велики, да, велики прям знатно у нас пиздят. Ну, не у меня именно, а вообще у курьеров. Это как бы нормальная тема в Ростове, к сожалению. Ну, а что вы хотели? Что вы хотели от Ростова? Думали, что тут в сказку попали? Конечно, конечно, это Ростов. Тут еблом нельзя щелкать, тут и спиздят, и что угодно может случиться. Тут надо быть, как говорится, туда-сюда. Пиздец, вы видите этот пиздец? Люди купили вот тут квартиры слева, вам видно, не знаю, не видно? И построили вот эту залупу справа. Что это, блядь, вообще за залупа? Это цех, мой цех, хуй цех, блядь. Вот там квартиры по 5 лямов стоят, представь, у них, блядь, вид. Пизда, вот говно строят. Бедные люди. Пиздец, самый центр, вроде как классные квартиры. Вот купили на третьем, на четвертом этаже, и все, блядь, и смотришь ты, блядь, на ТЦ. Просто у меня слов нет на этих, блядь, застройщиков. Бедные люди. Ты покупаешь, и у тебя, блядь, вид, блядь, на стену. Ой. Так, а какой нам подъезд нужен? О, второй. Пойдем. О. Тук-тук. О, здравствуйте. 474-я, еда. Да, спасибо. Ой, тяжело какой, сейчас интернет упадет. Ой, тяжело, сука.
Застройщики, да, это точно. Фух. А, во, это она есть, да? Прикольно. Фух. Так, 4 часа уже. Работать 5, 6, 7, 8, 9. Ох, еще 5 часов работать. А что так долго время идет? Да, еще столько работать, жесть. Так, а, сейчас не знаю. Я правильно пришел? Да. А. Здравствуйте, хорошего дня. До свидания. А тут связь не лучше. Сейчас покажу. А, вот покажу. Вот это я когда знал, Марк меня вызовет на рельс. Я буду вот так делать. Ку-ку-ку, какая реклама, о чем речь? Это не боты. Это потому, что стрим падает, из-за этого онлайн крутится. Я же вам сколько раз говорю. На Твиче реклама, если ты за границей. Он, видимо, за границей, поэтому у него реклама включается. Я хз, почему у вас там реклама появляется, ребят? В России реально рекламы, кстати, нет, по факту. Ладно, поехали дальше. Теперь едем к на набережную. Фух. Домофон не работает, ну хорошо. Опять через забор полезем. Опа, все, погнали. Фух. Ой, как хорошо, сразу ветерочек дует с кайфом прям. Обожаю работать на улице. Такая имба даже летом. Ветерочек дует хорошо. Хорошечно. Одно и то же говорю, делаю. Да почему одно и то же? Ну как тебе сказать, прям одно и то же. Да не всегда, сейчас скейт куплю, будем еще трюки учиться делать. Разнообразие будет как раз. Будем учиться там оли делать, всякие кикфлипы, бэкфлипы. На рампу, может, ходить будем. Короче, кайфовать. Привет. Штрафы. 1000 рублей. Если перелился напиток, 1000 рублей. Если что-то пицца помялась, 1000 рублей. Повредилась, 1000 рублей. А вот это хорошая была, не просто Олли, а Гуакамолли. Бля, я запомню это. Хорошая шутка. Это даже не шутка, а разрывная. Имба, брат, имба. Кошак. Кошак, брат. Я хз, почему так? Ну, я давно еще, когда начал завозить печат. Знакомые всегда говорили: о, кошак пришел, сейчас заберу заказ. Меня штрафовали 0 раз. Здорово, брат. А потому что я домой заезжал, мы смотрели с Марком интервью про Марка и танцевали дома, пока кушали. Поэтому долго было, к сожалению. Это из-за этого, брат, было. Короче, перерыв. Я на перерывы дурака валял, понял. И из-за этого так получилось. На скорость пробовал. Намного большая разница. 9800 я заработал с большим темпом. Но мне впадло так заработать иногда. Иногда с кайфом.
чуть не упал. Что я говорил? А, то, что вот, допустим, этот месяц 150 тысяч. Следующий месяц такого темпа сильного не будет. Потому что мне надо все лето отработать, хотя бы 1400 заработать за лето. Я буду с небольшим темпом работать, чтобы не заебаться и не перегореть, понимаешь? Плюс Twitch в рекомендации кидает. И пока Twitch кидает рекомендации, надо много стримить, въебывать по 300 часов в месяц, иначе ничего никогда на Twitch не добьешься. Раз уже такое дело, КЗ, кто меня там продвигает и зачем это делает, кому это выгодно на Твиче. Ну, если это делать, слава богу, поэтому пока идет, надо брать коня за рога, Твич за реки, Яндекс.Еду за сосочки, как корову дойную. Короче, фармить и еще раз фармить. Работаем. Ну, вы поняли. О чем я, да? Секретное лобби Яндекс.Заставки, да. А, это боты, ё-моё, я так и думал, что это боты, брат, я так и думал. Ну тогда все, тогда плохо. Привет, да шикарно отношусь. Поначалу, когда стримить начинал, ко меня и фреймтеймер ко мне в гости заходил. Помогал донаты настраивать. Ну кто бы знал, что я вообще перестану донаты вообще принимать. И много кто заходил, и Парадевич заходил, и Кореш когда-то давно. А сейчас? Сейчас Яндекс крутит. Сейчас не, почему? В смысле, сейчас же нету админов комьюнити русскоязычного Твича, я так понимаю. Сейчас уже такого нету, поэтому, ну да, прошло время. Если меня с Яндекса уволят, я покупаю руль Logitech G29 и прохожу Dirt Rally 2. И становлюсь симрейсером. Почему без донатов стримлю? Ну, я легко объясню. Да не обижают, нет, я легко могу это объяснить. Я стримлю для души, это мое хобби, и мне просто не нужно донаты принимать. И плюс ко всему, я понимаю, что я не нуждающийся, я сам могу себя все заработать, и типа, ну, я сам, ну, я взрослый мальчик, который может сам всего добиться и заработать. Вот такие мысли. Работаю я уже 6-й год, а стримлю я в общей сложности 4500 часов. Ой, какая погода отличная, боже мой, как же прекрасно на улице находиться. О. Коммент про возврат на доставке. А, ты мне в ЛС написал? Ты мне в ЛС написал в ТГ, Ваня Меладзе 192, надеюсь, потому что туда надо писать, там я замечу тебя. Там, ну, ты поймешь, куда писать. Там под каждым постом у меня ссылка на меня есть. Вчера дождик даже был. Вот кайф, слушай. Это хорошо, что дождик был. Донаты просто мне не надо капать. Интерактивка, гуакамоле, чтобы запретки кидали. Ну, я согласен. Прикольно. Если между нами, я бы хотел, как у Марка, донаты когда-нибудь в будущем. Типа, по приколу, рофильные всякие донаты. Но я понимаю просто, что, ну, я в этом не нуждаюсь, понимаешь? Вот и все. Если вы хотите интерактив какой-то, ну, самый главный интерактив, что я читаю чат, ой, у меня озвучка чата, я отвечаю каждому, неважно, какой у меня онлайн, типа, каждый будет услышан, я как стример от народа, понял? То есть мне вот это нравится. Самое главное для меня это общение и взаимодействие. Почему я не Марк? Я понятно, что делал не Марк, но меня уже куча донатов запретно кидали, так что меня не банили нормально. И Марка, и многих не забанят. Если ты осудишь, вообще похеру, что тебе писать будут. Люди, ну мне и так респект. И кому хочется приятно сделать мне, можете просто меня смотреть. Достаточно того, что вы на меня смотрите. То, что заходите на мой стрим, поняли? Больше 3 лет. А советы какие дам? Живи с кайфом, ни о чем не думай, ничего не бойся. Жизнь одна. Если человек тебя бросил, значит это не твой человек. Жизнь длинная, надо проживать ее с кайфом, и найдется тот человек, который будет тебя любить по-настоящему и не бросит. Понимаешь? Самый главный мой совет – зачилься, получай удовольствие от жизни, ни о чем не думай. Бросил, не бросил, жизнь продолжается. Санкт-Петербург и этот город наш, ну да. Кайфуй, брат. Не думай ни о чем. Или сестра. Сестра, наверное, да? Ты как три Марка по массе, по факту.
Зарядки хватает. На 6 часов, наверное, на 5. Так, вот на солнце встал, сразу душно стало. Неприятно прямо. Ого. Ого. Это он побежал. А мог бы по моей ревке бегать. Гуакамоле я очень люблю. Я сегодня с Марком смотрел интервью про Марка. Это как это? Ну как, за что? Как его можно не любить? Был уже, конечно. Сутки мне не хватает, у меня 2 аккумулятора. Марка я очень люблю, и Пузика его люблю. Постоянно бы щекотал бы его. Привет, Мишка, я же здоровался. Алло, алло, Мишка, Мишка, да, да, я. Привет, привет, родной. Зеркала? А зачем мне зеркала? У меня голова для этого есть. Ну, позитивчики, конечно. Моя работа, это мое хобби. На партнерку зачем, брат, от нее смысла нет. Галочка – это лишнее привлечение внимания. Я не люблю лишнего внимания. Я скромный маленький мальчик, мне много не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом, понимаешь? Галочка. Галя, у нас отмена, Галя. Не сразу, я ждал, когда скидка будет, и заказал за 18 тысяч. Максимально 45 км в час. Километров в час и вешаю 45. Что-то мало проголосовало. 90 человек проголосовало. Все, я сейчас закажу с Озона скейт. Сейчас закажем с Озона скейт. И будем с собой вывозить и учиться трюки делать. Как вам идея? Блин, имба! Я буду после смены... Будем с вами по утрам или после смены ездить на рампу и учиться трюки делать. Ну, на рампу. Помните, где дворец спорта? Планирую ли я посвятить всю жизнь доставке? Конечно, всю жизнь доставке. Модель велика у меня и так в описании есть. Я хз, почему вы это не видите. Короче, теперь имба будет. Будем трюки делать. Я прямо его буду на смену брать и будем кататься. Мне 19. Сто 150 тысяч рублей. Не, своим рефом не надо. Не, не сломаю. А, непонятно, что это, да, похеру? Да, чат у меня в наушниках. Да зачем все-таки шлем? Я буду на месте учиться трюки. Конечно, люблю. Я очень люблю работу в доставке. Что за год есть? Сыроварня опять пришла. Ой, так бы не принимать бы эту сыроварню дурацкую. А можно и принять, в принципе. Ой, приму лучше. Велик брал за 60 тысяч рублей. Что написали? За сколько годов уйти... За сколько готов уйти с доставки? Ха-ха. Брат, у меня донатов нету. Слышишь, братан? Ты меня даже... Ну, ты не сможешь... Даже если бы ты реально имел бы какие-то большие деньги, может, ты какой-то популярный там, не знаю, может, у тебя куча денег. Брат, я не принимаю донаты, поэтому не обессудь. Я в любом случае... Блин, тут ворота открыты. А если я заеду, а потом ворота закроются, и там лестница, я уебусь. Поехали. Брат, в любом случае, даже если бы была такая сумма, мне нельзя задонатить, и мне нельзя ничего купить абсолютно. Поэтому, сорян, нет такой суммы, чтобы у меня можно было что-то выкупить на стриме. Только если ты какой-то, допустим, бля, да сейчас по-любому закроется, и я буду ебаться потом со спуском, да? Нет, пизду, давайте все-таки там припаркуемся, что-то передумал, мне страшно, что сейчас ворота закроются. Поэтому, брат, сорян, я ничего не теряю. Брат, не заезжай, оно потом закроется. Ты потом не спустишь. Ну ладно.
Значит, ему виднее. По поводу донатов, ничего я не теряю, абсолютно ничего не теряю. Я зарабатываю свои деньги, и я в достатке, можете за меня не волноваться. Там какой-то вопрос классный был, я что-то прослушал. Ваня сегодня какал? Да. И в зимую работаю. Ваня, сегодня до Талова? Не, сегодня до 12. Купи еще одного банана кэта, плачущего. Так он умеет плакать. Почему? А зачем они нужны, брат? Они не нужны. Если ты хочешь задонатить, ну, гуакамоле задонать от моего имени. Скажи, Ваня передавал привет. Этого велика хватает на 5-6 часов. Можно на 8 часов, но тогда надо ездить только 20 км в час. А мне не всегда с кайфом 20 км в час ездить. Два акума по 6, да. Опа. О, ну и жарючка сегодня, жесть. Привет, привет. На электросамокате шикарно, брат, работать, конечно. А вы наберите этого, консьержа просто. Да, я бы уже был там. Просто не открывает. А, я понял. Фу, как жарко уже. Ой, как жарко. Я воды забыл попить, надо было воды попить. О, погнали, брат. А, тоже доставка. А ты в Яндекс доставки именно? А, Яндекс. И что, как, брат, у тебя выходит, если не секрет? Сейчас ужасно, навигатор не работает. Ужасно? Навигатор не работает, да, я не знаю. А, навигатор, ты плохо город знаешь. У меня заказ выпал из 4 точек. Ебать! И сколько за эту хит дадут? 1172 рубля, это заказ был максимум на час, но у меня уже вообще не было. Пиздец, брат, давай, родной, хорошего дня тебе. Так 1172 это ты получишь? 1172, да. А, ну плюс-минус нормально. Ухо, в янтарный, охуеть. Давай, брат, аккуратно. Жесть. Не, ну это да, это перебор. Это 4 точки, всего 1180 на 2-2,5 часа еще кидать просто по всем районам. Ой, ужас какой, слушай, жесть. Жесть. О! Нет, для моего не нужны 240 ватт. России галочка на Твиче ничего не даст, по факту. Нет, Яндекс.Доставка. Какая лавка? Я же говорю, доставка. Ворота закрыли, я же говорю, поэтому там припарковался, брат. Я же знал, что закроются ворота, не стал рисковать, понял? Сейчас опять связь упадет, если что. Я себе новый купил, ну 3 месяца назад купил новый. Сколько, что? Лот? Что такое лот? Карманов, мне нет смысла их с собой брать, я заряжаю дома их. Здравствуйте. А я правильно пришел? 143-я тут? Тут. Ой, да, сейчас. Ой. Наоборот, мне легче, я сейчас в ручки возьму аккуратно. Да не, лучше без сумки, намного комфортнее ходить. Я не понимаю курьеров, которые против того, чтобы сумку оставлять. А что, есть такие, кто говорит, я сумку не оставлю? Да, серьезно? Я не оставлю, нас... Жесть. Я говорю, да, даже 2,5 года у нас никто не... Нет, тут никто не украдет у вас, да. Я вот так ее в бок поставлю. Ну, бывает, да, такое. Я говорю, ну вот, я говорю, напишем вам, а вам не заплатят. Ну, просто. Мы, конечно, никому не пишем. А вот когда раз она сумку оставляет, берет вот так, хоть спина, вот именно. Есть такие? Я удивлен даже, что... Которые вот против сумку оставить. А вы вниз? А, ладно. Ромы? На набережной у нас. Какие? Боже, тут минус 3-й этаж есть. Жесть. Не, он попросил открыть. Ворота попросил открыть. Да не, не уехал. Только куда-то вниз лифт поехал. Странно. Тот вниз поехал, этот вниз тоже куда-то. Тот наоборот вниз, а этот наоборот... Ой, все, не важно.